вами Маки-чародей Антон Чарей. Игра Troll Fest Quest 3. Вы готовы к порции отборного трэша? Тогда начинаем. Мы видим какую-то очушительную картину тролла Лиза. И какой-то чувак в носке хочет ее украсть. Ватсон такой: где тролла Лиза? А кто это сделает? А мы едем. Нифига себе, нас тут встречает и бомба, и мина вообще. Привет! У меня появилась тактика. Чтобы найти объект взаимодействия, можно наводить на него курсор, и он становится как таким вот, как рукой, короче. Не просто мышкой, а рукой. Так, мы можем взаимодействовать с миной. Ага, так мы не нажимаем. Так, и... Ой, о! Мы ее, походу, подвинули, да, она двигается. Оба! Все, чух-чух-чух. Кликни меня. Ну, если тут говорят, что кликать надо, то лучше, наверное, не кликать. Но, блин, есть кликнуть, есть левел 2, есть меню, есть вот это, валкс... Не знаю, что это. И есть звуки, есть выход. Блин, выход нам не нужно. Левел 2, тут вообще ничего не кликается. Ну, давайте кликнем на меню, блин. Но это было, блин, неожиданно. Женщина мечтает о яблоке, так? Откусанном яблоке, необычном. А у нас есть только яблоко. Она яблоки мечтает, мы сейчас откусим. Оба! Отлично. О, нифига себе, тут можно так двигать. Какая-то взрывная стена. Хорошо, двигаемся до этого уровня, все отлично. Двигаемся, троллим, короче, до флажка. Так, нужно очень-очень осторожненько, осторожненько. Что нам делать? На что жать? Чувак, ну нифига себе. Оп. Чтобы не разрушился мост, надо было просто выпрыгнуть, перейти. Так. Как мы вообще этого чувака убили? Выпустили, что ли, ему весь воздух или что? Так, может... Оп. И что тут нам сделать? Убийство это прям очень смешно, короче. Непонятно, на что нажать. Оп. Спрятался. Ну все. У нас есть яблоко. Так, херанем яблоком чуваку. А что мы еще можем тут сделать? Я не знаю. Оп, можем нажать на дерево, оно разрослось. Что это было? Так, у нас есть какой-то укуренный немного дятел. Я просто жал на этого дятла много раз. Тут выскочил тролль, и все. Ну ладно. Блин, чувак. Аккуратней со стенами, остановись. Кэл, тролл, 3-3. Ну давайте попробуем набрать этот номер. А я думаю, если тут все-таки нанесены буквы, так, и тут тоже нанесены буквы, перечеркнуты цифры, значит, может попробовать Кэл, тролл, набрать буквами. Что-то она так смотрит. Что это, какашка, что ли? Может быть, что-нибудь вот тут вот что-то выпирает очень странно, но почему-то мы не можем на него даже кликнуть. На вот это что-то выпирающее. Давайте. О! Теперь можем кликнуть. Так, яд. Налили яд, нихера не вырос. Давайте нальем цветок, нальем яд. Так, опять не получилось. Давайте нальем один раз. Нальем второй раз. И добавим. Опа! О, веселое дерево! Веселое дерево! Давай тебя обниму! Что это за херота? Это типа тролль-машина какая-то? Так, давайте покрутим эти колеса. Покрутим колеса побольше. Не знаю, давайте прям накручим, прям максимально. Блин, какого хрена? Вот я столько крутил, и он не включался. Вот сейчас еще раз покрутил, и он включился. Плыви, чувак, не туда, нужно туда плыть. Наоборот, плыви. Так, давайте попробуем, что-то еще нажимается. О, подвинулся, оп. Смотрите, если, короче, ты не идешь к финишу, значит, финиш придет к тебе. Вот это прикольно ее крутить. Так, может на кирпичи, так, М, Дам, Б,
Так, ай. Чувак думает, страдает. О, вы заметили лицо чьё-то? Что тут вообще творится? Я не понимаю. Телевизор? Нажать на первую кнопку? Вот это было действительно быстро. Я не понял, что я сделал. Тут нужно найти 5 отличий. Нифига себе 5 отличий. Так, бутылка Мона Лиза не пьет. Зубы у нее вроде нормальные такие зубы. С глазами что-то упоролось. Рок. И нам нужно найти еще одно отличие. Блин, может быть оно где-то в рамке. Чувствую я тут подвох какой-то. Это было забавно и очень-очень упорото и наркомански. Ваши комментарии с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд. Сверху это геймлог этой игры, Magic Lock это снизу. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!